Приветствую вас на канале Орлун Ким. Продолжаем прохождение игры ДСК. Всем приятного просмотра. Рики, слышишь? Я тут отскочу ненадолго. Надо, чтобы ты меня отмазал, а то Шиза начнет волноваться, чего это я не дежурю по болоту. Ну, слышу. А что такое? Да бухарь тут. Не знаю, дебра у него прям реальная. У Эдди спроси. А я вроде придумал, чем его порадовать. А что придумал-то? Да, наверное, сгоняю к нашей берлоге на гору в Олире. Пригоню ему его байк. А пешком недалековато будет? А я что-нибудь придумаю. Ты меня отмажешь? Ну да. Спасибо. Конец связи. Да, и туда мы тоже обязательно заедем. Но сейчас мы едем к памятнику Сары. Там давно не будет с этой пикником. Привет, Рики. Ты кого-нибудь за ним послала? Ага. Он внезапно стал очень сговорчивым. Видать, наши ребята подоспели к нему как раз перед фриками и предложили: расскажи, где зерно, или оставайся тут. Да уж, странно. Знаешь, я бросил бы его гриб. Ну, сам знаешь, что Железный Майк сказал. Да-да-да, знаю. Пока, Рики. Поэтому он и отправил нас. Так, 2.5 километра. Что тут за события тут? Дик, говорят, ты выследил Эрика Линча. Да, Майк, я его нашел. Спасибо, что не убил его. Мы проведем разбирательство, у него будет шанс рассказать, как все было. Ага, очень мило. Жаль, у Кэмпбелла и Рида такого шанса не будет. Ничего, там будет кому за них высказаться. И у нас есть свидетели. Мы всегда так поступаем, Дик. Дайте его мне, и через 5 минут получите признание. Спасибо. Мы лучше сами. Конец связи. Что такое? Здесь выживший был? Спасите! Тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас спасем. Так, надо глушить. Еще трофеи. Бухарь, слышишь меня? Да, Дик. Как дела, брат? Как всегда. Все будет хорошо. Сейчас, секунду. Ты хочешь тут сдохнуть? Слушай, рядом есть лагерь. Лагерь? Где? Где? Покажи, я пойду. Так, смотрим. Лагерь Железного Майка. Иди к Лост Лейк. Спроси Рики Патил. Она тебя впустит. Я думал, мне конец. Представляешь? Охренеть. Спасибо тебе. Большое тебе спасибо. Да не за что, давай. Шуруй. Я Дикон, они меня знают. Смотри, чтобы тебя не заметили. Так, поехали дальше. Репутация. Бухарь, слышишь меня? Да, Дик. Как дела, брат? Как всегда. Ты все гоняешься за вертолетами? Ага. Так чем они там занимаются? Без понятия. Вроде все, как у Брайана сказал. Нара проводит полевые исследования и изучает фриков. Зачем, не знаю. Черт, мне надо идти. Заходил Шизу, сказал, сегодня буду разгребать дерьмо. Пусть сам дерьма поест. Да, я ему передам. Бывай. Это Шиза. Так, 1.5 километра по пути проехали. Топливо. Кстати, топлива маловато. Лучше подзаправим. То, что надо. Порядок. Все, поехали. Так, у меня же здесь нет. Чего я его не использую? Все время забыл. Так, надо быть осторожным. Опять-таки, молодец, опять сидит. Вообще медведь. Ухо, поехали. Так, сократим вот так вот. Надеюсь, я байк не считаю. Ух ты. Тихо-тихо, ребята, я просто проезжаю. Ух ты! Черт, только не сейчас! Супер! Просто супер!
Давай, ремонтируй, ремонтируй, быстрее. Это Дик. Ничего ужасного. Отпускай. Пистолет. Ты зачем его завалил? Пайк. Ладно, надо ехать дальше. Плохо я сделал. Плохой пузырь. Вот так тебя! Нам бы больше что надо. Было бы неплохо. Едем. Сколько еще вылазил? Давай едем. Так, тут аккуратно. Нужно сжечь оставшиеся гнезда. Мы здесь не те гнезда, да, уничтожить? Ладно. Тоже с нами приедем, уничтожить. Ух, орда! Не переживайте, я вернусь и доведу тебя до конца. Не надо за мной ехать. Что-то музыка такая началась. Фрики и мародеры. Да-да, сожрите друг друга. Так, вперед. Ладно. Пойдет. Ну, слава богу. Так, вот мы и здесь. Привет, это снова я. В общем, я отвез Бухаря в лагерь Лос-Лейк и знаю, я сказал, что больше туда не вернусь, раз Железный Майк пригрозил свернуть мне шею, но у меня не было выбора. Бухарь был при смерти, и все равно он не хотел ехать. Да я и сам не хотел, но, как я сказал, выбора не было. Ни у него, ни у меня. Хотя все равно в итоге он лишился руки. И теперь непонятно, что ему делать. Что нам делать. Ушлепок Шиза. Слушай, не помню, рассказывал я тебе про этого клоуна. Знаешь, людишки такого пошиба нашествию фриков только обрадовались. Говорит, раньше он был бандитом Сакраменто или во Фресно, не помню. Но он не местный, это видно. И он врет. Якобы он торговал наркотой и оружием повсюду, от Калифорнии до Орегона, а потом началось фрик-шоу. Только знаешь что? По-моему, он гонит. Он выглядит как студентик, который играл в лакросс, торговал газировкой в торговом центре или... Нет, точно. Он работал на теплом местечке в папиной бухгалтерской фирме. Ксерил документы и бегал всем за кофе по утрам. И при этом за день зарабатывал больше, чем я за неделю. Знаешь, до того, как мы с Бухарем свалили из Лос-Лейк, мы с ним иногда играли в игру. Мы ее называли «Кем ты раньше был». Смотришь на человека и пытаешься угадать, кем он был до того, как мир покатился к черту. Я встречал наркоманов, много уголовников, но ни одного бухгалтера. Вообще-то, логично, если вдуматься. Первые несколько недель, когда все случилось, тут творился настоящий ад. Да никто из этих офисных крыс не смог бы такое пережить. Так что не знаю, может, он все-таки не врет. Я рад, что ты всего этого не застала. В общем, мы с Бухарем хотели ехать на север, убраться отсюда подальше, но... Не знаю, когда теперь получится. Может, уже никогда, но... Одно радует. По крайней мере, мы с тобой пока не расстаемся. Ладно, я еще заскочу попозже. Пока. Обязательно еще придем. Задание выполнили так. 2,9 километра. Вот здесь что-то горит. Поговорить с Такер. Давайте поедем.
Поговорим. Что она нам расскажет? Хотя по факту никаких дел не хочется с ней вести. Так, заправим сразу байк. И топливо. Пусть все-таки не близкий будет. То, что надо. И его надо сразу что и починить. Ну вот, порядок. Ремонтируй. Это поправимо. Нормально. Все, поехали. Так, мы сейчас через Орду опять будем ходить. Или они уже ушли? Когда уже день несут? Столько еды. Эй, все в порядке. Пусти. Ты же Дикон, да? Да, именно. Да. Дик, надо кое-кого выследить. И кого именно? Что произошло? После того, как ты привел ту девушку, Лизу, Ларсон привел еще одну. Ее зовут Роуз Аллен. Хилая, конечно, но вроде к работе годная. Мы ее отправили канал растительный копать. Так, ну и что дальше? Она пропала. Ушла за припасами вместе с Алкаем и другими в тот заброшенный лагерь Нера. Ну, ты его знаешь, наверное. Ты ведь там бывал, да? Да, да, я знаю, где это. Найди ее, Дик. В тех краях видели немало и намадов, и бродяг. Если они найдут ее первыми... Да, да, ладно, я постараюсь ее найти. Ну, давайте постараемся найти ее, реально. Чем могу помочь? Открывай. Секунду, я открою ворота. Летим. Ты так все далеко. Сент-Джон вызывает ход Спрингс. Такер, слышишь? Да, Дик, я здесь. Так, я на месте. Что это? Если девушка была здесь, вряд ли она жива. Если жива, найди ее. Отбор. Капец. А что мне делать? Как ее мне найти? Я не могу переждать просто. Ёлки-палки. Но я ведь ничего не сделал, он стоит. Промазал еще. А где-то еще волки. Давайте идите сюда. Пойдем.
Окей. Все равно не хочется подать от них. Все, орда их забили. Сейчас опять придут. Музыка неспокойная. Нет, орда уходит. Это нормально. Но я топливо потратил. По запаху гнездо где-то рядом. Так, вроде чисто. Надо гнездо еще спалить. Еще одно. Сейчас мы его спалим. Выходите по одному. Только по одному, пожалуйста. Ай-яй-яй. Вовремя. Блин, побежали, побежали, побежали. Откуда их кто-то пришел? Давайте вернемся в лагерь, заправимся и приедем в ответ. Когда уже день будет? Эй, кто это? Открывайте, я узнаю. И проехать. Ты же Дикон, да? Эй, Зенни. Топливо у меня найдется. Так, давай, обслуживай мой байк. Лады? Пойдемте поспим, патроны пополним. Увидимся. Как жизнь? Тебе что-то привет, Алкай. Я так, смотрю товар. Так, что у нас, пистолет? Ну, вот эта тема прикольная, конечно. Чем еще могу помочь? Еще что-нибудь? Хороший выбор. Эта штука тебе пригодится. Да, это я могу улучшить. Вот, держи. Этого нет места, понятно. Так, загляни, если все что-то понятно. Нужно будет. Что? Если что будет нужно, приходи. Найди место для сна. Там буквально немного надо переждать. Передохну чуток.
Можно снова в бой. Все, поехали опять туда. Правда, дождь идет? Вот идиотство. Чем могу помочь? Эй, Зенни. Сейчас тебя открою. Хочешь верь, хочешь верь. Поехали. Пробуем еще. Не мог попасть. Дико сложно. Ладно, посмотрим, что тут. Странно. Где-то осмотрел ее, но этого мне ничего не дало вообще. Ладно, едем дальше. Что с тобой случилось, Роуз? Это здесь. Посмотрим, что тут у нас. Ну, должна же она быть где-то здесь, так? Скорее всего. О, Господи Боже! Этих бедняк прямо на части разорвали. Может, наверху она? Не, ну судя по следам, как бы. Погнали наверх. Она с кем-то файтится или что? Роуз? Роуз Аллен, так? Нет! Нет! Тихо, тихо, тихо! Я тебе не враг! Видишь, я не с этими ублюдками! Нет! Нет! Да я помочь пришел! Я Такер! Стоп, стоп! Я же сказал, я пришел тебе помочь! Нет! Ты от нее! Ты из ее лагеря! Нет, нет! Мы с Такер... Я так, на вылазке хожу. Меня морили голодом. Я не подчинялась приказам, и меня перестали кормить. Это рабочий лагерь, там все должны работать. Я не прислуга. Я не вернусь туда, ясно тебе? Лучше уж тут умереть. Ладно, ладно, успокойся ты уже. Как знаешь. Мы могли бы ее в другой лагерь отвезти, нет? Так, куда не тут? Отлично. Клейку какую-то получили. Арбалет снова. Смотрим по карте, куда нам теперь можно направиться. Так, не сюда я не хочу. Здесь что у нас? Растерзанный. И сюда можно приехать. Давайте сюда съездим, а потом к нам на базу. А, не надо сваливаться туда. Давай, давай, быстрей, быстрей, быстрей. Где мой байк? Ага, там вон. Топливо, интересно, где-то есть?
Вроде где-то было, но, наверное, уже нет. Ладно, все равно тут недалеко. У меня бак почти полный. Тихо, тихо, тихо. Не хочу ушатать бой. Валим. Пока нас самих не застрелили. Снайпер засел на дороге, черт! Мне надо на второй. Такер! Дикон Сент-Джон? Дикон Сент-Джон вызывает Аду Такер. Дик, ты ее нашел? Да, Такер, я нашел ее. Она возвращается. Что? Ты отпустил ее? Одну? Ну, она взяла байк одного из бродяг. Заявила, что сама доберется. Отказалась от помощи. Ты обалдел, Дик! Надо было ее проводить! Порядок. Ух ты, шьё! Ты... Давай, давай, би-би-би-би-би! Промазал! Ай, что с камерой? Я зацепил! Пистолет? Освобожду! Как вы мне надоели. Ты чего, Такер? Что не так? Она может не захотеть вернуться? Нет! Нет, конечно, просто... Надоел, типа. Выйди отсюда, надоел. Я ранен. Ладно, так о чем была речь? Нет, нет, конечно, просто такая девчонка, как Роуз. Да она же не понимает, с чем имеет дело. Не знаю, может, как раз понимает, отбой. Так тебе, скотина, больше не будешь стрелять по номадам. Вот именно. Дикон Сент-Джон, это Ада Такер, прием. Дик, слышишь меня? Привет, Такер. У тебя ко мне дело? Ладно, я заеду. Отбой. Вполне может быть, но это не то. Давай, то, давай, давай, отправляйся. Порядок. Что здесь можно смотреть? Найду тебе применение. А, это банка вообще. Я думал, блин, ты. Посмотрим поближе. Что это? Ладно, посмотрим. Навык не растерял. Так, надо осмотреться. Ну, куда? Все, не уйдешь. А кто это? Ух ты, ё! Силок! Да что? Да что ж такое? Блин. Надо забрать мои вещи. Забрать вещи. Только бы не попасться им. Надо было под ноги смотреть. А нож они у нас не забрали, очень интересно. Ну вот. Там, видимо, и вещи еще.
Это лучше, чем ничего. Всегда пригодится. Надеюсь, мое вооружение тут. Дача, ладно. Кто это был? Есть там кто-нибудь? Кто? Где? Никого не вижу. Один надо мной, второй там. Разворачивайся, уходи. Патронов мало. Вперед, мы это сделаем! Ладно, ладно, ладно. Остановился, все туда! Пошли, 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 пошли. Так, 4 патрона. Верните мои вещи. Блин, у вас патронов нет, как вы вообще тут держитесь, не понимаю. Где мои вещи? Ничего не понимаю, где мои вещи? Они до тут должны быть. Я понимаю, что в шкафчику там все есть. Но мне бы хотелось все-таки свои вещи вернуть. Бэк-то я заправил. Блин, серьезно, нет вещей? Замечательно. Как они на крышу поднимались? Тут вроде никак не подняться на крышу. Да и схронов тут больше нигде нет. Очень интересно. Ладно, поехали. Все, как бы должен лежать в этом тайнике. Но это тупо. Максимально честно скажу. Патрона нет, замечательно. И опять ночь наступила, да ну ёлки-палки. Как? Можно, конечно, тут было перелетать. Лучше уже доедем. 200 метров. Кто-то пришел!
ценит, хоть и молчит. Да, конечно. Ценит. Заправим, без проблем. Я его подлатаю. Деньги все отобрали. Знаешь, у меня было 4000 с чем-то. А я просто не могу это забрать. Потом еще будет что-нибудь. Ладно, ты заходи, Дико. Если что. Что привет. Нужно? Не-а. Могу предложить неплохой товар. Я эту пушку приведу в порядок. Класс. Я могу предложить еще что-нибудь. Ничего ты не можешь предложить мне. Неплохо. Хорошо. Так, мы хотя бы вернули свои Лады. Пушки. Что ты хочешь? Дик, слушай, у меня есть кое-что интересное для тебя. А это вряд ли, Коуп, я занят. Тебе не интересен лагерь упокоителей? Прямо здесь, в каскадах. Упокоители здесь? Где? Я знал, что ты заинтересуешься. Слышал, вы с Бухарем на них неудачно нарвались. Кстати, а чего Бухаря-то не видать? Где, Коуп? У Separation Meadow. Первый их флаг засекла. Ты ведь ее знаешь, да? Была на вылазке и увидела их лагерь. Не волнуйся, я ими займусь. Мы-то, конечно, сейчас займемся, но я бы... Думал, что ты так зачастишь сюда. Предпочел поспать. Как жизнь? Хочешь что-то предъявить? Да, иди тут можно... взремнуть. Так, явно не здесь, наверное, еще выше. Как Бухарь говорит, койка зовет. Ну ладно, идем. Вот теперь едем. Сейчас всех накажем. Всех упокоителей. Эй, как думаешь, фрики что-нибудь помнят? О себе? О так, что я куда-то не туда зашел? Нет, у них нет разума. Раньше я что-то читал. А, вот. Ну, в смысле, тут надо спускаться. Он поражает мозг. Но у них, конечно, тут и хибары. Думал, что ты так зачастишь сюда. Привет. Погнали. Сейчас открою. Так, 600 метров. Нормально. Сейчас заедем быстренько. Тихо, порешим. И нормально. Никто не зовет. Патронов нет, серьезно? То есть вы хотите сказать, что... Замечательно. Лучше не придумаешь. Чего-нибудь достоит. Ты не спишь? Бухай. Не сплю. Я сейчас столько соображаю. В общем, я поехал к Separation Meadow. Коуп сказал, тут лагерь упокоителей. Что, так далеко на севере? Да, слушай, что с ними такое творится? ЛК сказал, они нас ищут.
За нас назначена награда. Какого черта? Как такое возможно? В смысле, я, конечно, их много не убил, но всегда за дело, когда они сами... Так, что была речь? Какого черта? Как такое возможно? В смысле, я, конечно, их много перебил, но всегда за дело, когда они сами лезли. Насколько я помню. Насколько вот помню. И я так подумал. Упокоители. Конец связи. Сраный упокоитель. Ты будешь найден. Вот он, вот он! Да что такое? Этот минус? Вы обидели моего брата, вы в курсе? Огонь! Теперь я обижу вас! Нас... Так, нужно золото отделить. Патрона-то нет. Я ранен! Он свой! Ах ты гребаный упокоитель! Вот тебе твой путь! Больно. Хочешь покоя, да? Все будет! Что вы тут делаете, а? Меня ищете? Ну вот он я. Патронов сколько? Два патрона осталось. Подходи давай, поближе. Кучка психопатов. Что вы тут забыли, а? Ну да, вообще ничего. Все пусто. Вперед, вперед, я прикрываю! Пойдет, выйдет. Блин, у меня что, серьезно ничего нет? Назад, назад! Все назад! Неудачно я плывут сюда. Отступаю! Прикройся! А где вы там? Огонь! Огонь! Какая-то... Они свободны! Нравится? Ах ты ж собака! Вот он. Так, нужно залутаться. Коуп, все готово. Местные упокоители больше никому не помешают. О, Сент-Джон, это хорошая новость. Я тут как-то говорил с Мэнни, с другими. Знаю, ты много сделал для лагеря. Я просто хотел сказать спасибо. Конец связи. Взяли зомби, привязали зачем-то, непонятно зачем. Ладно, уезжаем. Так, где? Вот сюда нам надо. Там как раз может патроны есть какие-то. И байк подзаправим свой. Главное его только не сломать сейчас. Ёлки-палки. Пойдёт. Вот мы и дом. Тут мародёры. Это люди! Да, к нему! Что ты теперь скажешь? Убей его! Пошиби ему мозги! Попробуй. Так, хилимся. Давай заезжаем. Так, байк сейчас заберу.
Погляну, что у нас тут есть. Так, ну это сейф. Надеюсь, пополнили. Если у меня, конечно, были деньги на это. А мне их, по-моему, не было. Ну и ладно. Сейчас посмотрим. Дикон Сент-Джон, слышишь меня? Это Peaceful Lake, у нас для тебя работа. Копленд, ладно, я к вам заеду, отбой. Как-нибудь, когда-нибудь. Эй, смотри-ка сюда. Ни хрена себе. Ты вернулся за моим байком? Ну, просто не оставлять же его Коупу. Блин, Дик. Ну, я пригнал его ради запчастей. Тебе-то он явно не понадобится. Черт. Спасибо. Как же я скучаю. По свободе дороги. Твою ж мать. Так, отлично. Дик, Эдди просила передать. Она заплатила ребятам, чтобы они сгоняли за твоим байком. Забери у механиков. Забрать что? И не благодари. Конец связи. Отлично, спасибо большое. Отлично, доступно. И поехали на следующее задание. Сейчас как раз пополним боеприпасы, разрушители. Здорово. Привет. Класс, хороший улов. Пока все. Привет. Как Привет. Дела? Привет, Блэр. Вернулись. О, хороший выбор. Ладно. Ага, ладно. Так-то лучше. Блин, вот это тоже надо будет. Это третий уровень где-то надо. И второй уровень нужен. Ну так, ладно. Замечательно. Спасибо, что заглянул. Дик, давай побежали. Что-то нужно? Здорово, как жизнь? Байк совсем раздолбан. Пора ехать. Сто лет. Пока, Дик. Нету сто лет, пара дней, не больше. Вызывает Дикона Сент-Джона. Коуп, что там у тебя? Да так, ничего. У меня ребята на днях забрели на гору Олири. Говорят, убежище какое-то нашли на старой егерской вышке. Да что ты? Да, они сами мне рассказали. Убежище вроде брошенное, но странная штука. Там чей-то байк без призора брошен. И хороший, говорят, байк-то целёхонький. Да ну! Брайан, я у одного из маяков, у Кэм Крик, а тут ничего нет. Подожди. Ну что, ты готов? Только давай не как в прошлый раз, понял? Ну, человек скоро прибудет, ты знаешь, что делать, конец связи. Да, знаю. Постараться, чтобы меня не подстрелили, пока я тут для тебя шпионю. Конец связи. Давайте посмотрим, что они будут делать. Кто, Брайан? Ты на связи? Что там стряслось-то? У тебя в тот раз был такой голос, будто ты сейчас обоссышься. Ничего, я тебе сказала. Если
люди повыше меня, которые хотят скрыть от нас, что происходит. Я чуть не спалился. Знаешь что, да мне плевать. Мне тебе нужно только одно, узнать, где Сара Уит. Уитакер, я поручил это одному человеку, но нужно время. Тебе придется набраться терпения. Да? Как будто у меня есть выбор. Конец связи. Эта группа не из моего подразделения, так что я не смогу их отследить. Надо... поставить на вертолет маячок. Я догадался. А еще пошпионить за чуваком в скафандре. Больше ничего не надо? Надо. Постарайся не нарваться на пулю. Ты рацию нет. Вот они. Оловянные солдатики на марше. Зрелище. Молодцы. Идите. Занимайтесь своими делами. Меня не смотрите. Слышали? Иди смотри туда. На меня не надо. Ну, это означает, что некоторые фрики просыпаются поутру, принимают душ, одеваются, цепляют на руку любимые часы, целуют жену, выходят из дома и начинают весело нас пожирать, гадя под себя. Нахрена они вообще тратят на это время? Надеюсь, О'Брайен все получил. Так, а теперь надо быстрее сваливать. Да, то мы уже спалились. О'Брайен, ты на связи? О'Брайен! Подожди. Да, я здесь. Я поставил маячок и скачал да. Ох ты, а чё оно так оборвалось? Ладно, надо было подождать всё-таки.
Давайте вот это. И потом вот этот навык. А, у меня эта ваночка навыка еще есть. Класс. Отлично. Класс, навык опять доступно. Вот это 100% надо. Ну, а потом надо вот это выкачать. Вот это, наверное. Вот это. О, Брайан. Не хочешь поговорить с нами? Сент-Джон, Марк Коупленд вызывает Дикона Сент-Джона. Коуп, что там у тебя? Да так, ничего. У меня ребята на днях забрели на гору Олири. Говорят, убежище какое-то нашли на старой егерской вышке. Да что ты? Да, они сами мне рассказали. Убежище вроде брошенное, но странная штука. Там чей-то байк без призора брошен. И хороший, говорят, байк там целёхонький. Да ну? Ну да. Ну и это не самое интересное. Самое интересное, они сегодня туда вернулись за этим байком, а байка нет. Удивительное дело. Коуп, занятно с тобой поболтать, но... Нет, погоди. Вот что действительно занятно. Они клянутся, что этот байк был очень похож на тот, на котором гонял Бухарь. Короче, я тебя правильно понял. Вы, значит, заявились на гору О'Лири, нашли там вроде как байк Бухаря. И первое, что пришло вам в голову, а давайте-ка его сопрем. Возьмем на хранение, Дик, на хранение. Но нет, об этом я подумал во вторую очередь. А первой моей мыслью было, а куда делся старина Бухарь? Мы не говорим, давно его не видел. Ну, если встречу, передам, как ты по нему скучаешь. Конец связи. Вот именно. Когда-нибудь передадим это. Так, ну мы в лагере здесь, мать. Поговорить с Рикки, давай, поговорим. Так, а где она? Видишь, что-то нет. Работано. Я ни с кем не могу взаимодействовать. Очень далее, странно. Рикки, ты где? Возвращайся. Может, стоит вздремнуть?